Ivor Request. Погнали! По фолу, да, может по фолу. Что они понабрали имба? Рандом как раздал им. Видишь, у нас как-то не сильно раздало. I like to move it, move it. Жалко, что проиграли. Ладно, ничего не сделать. Я не всесильный, ребята. Бедолагу в миду побили. Дальше второй кор нужен. Баланар тоже не особо там что-то делал. Не знаю, Баланар вроде загангивать хорошо должен, не? Я не шарю, правда, за Баланаром. Have a fun. Oh my. Погнали на экстовую. Спасибо, ребят. Ох уж эти вы физикалифи вот эти. Фикалии такие. Спасибо. Старый трек времен Галапагосских островов. Bring darkness. Оп. Оп, 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 оп. Я на шторме. Молодец. Молодец. Будешь стрим снайпить, бан дам тебе. Чел в чате Ютуба пишет, что он на шторме. Играя со мной в игре на шторме. Как это мило. Надеюсь, ты мид пойдешь на шторме. А Тини пошел. Жалко, жалко. Улиш плой. Что тебе ботл на первом левеле сказал покупать дядя? Криса. Здорово. Удачного стрима, спасибо. Куры нет у нас, что ли? Ладно. Хорошо, это минус. Горелка, 2 левел. Возьмем с ФБшки себе курочку. Оп, хорош. Лаги, говорит, у него. Лаги, говорит у него. Горение получил лаги. Поняли, как мид надо тактически сливать? Лаги! Ладно. Ну, бывает, не спорю. Бывает, не спорю. Ух ты. Тактические лаги. Что за типы, которые в айкапе лагают через одного в игре? Они на стриме сидят и, короче, играют, понял? Крисы. Все столько же дают. Найс, телепорт. Шаманчик телепорт дает. Ботл надо. Ботл. Сейчас он гениально его закидывает, да, короче, типа. А, не додумался, не додумался. Он юзает манго, он его закидывает, он юзает манго, дается сетка. Я умираю и такой, ааа. Но не додумался. Ладно. Регенимся. Пока подсосик пришел. Неплохо, вы из Англии.
Чего там, здорово, почему елки не убраны до сих пор? Новый год не конча. Что ты взял, что Новый год конча? А, пак пришел с хостой. Неплохо. А, ясно. Оставил хосту, думал, ну сейчас ботл придет, заберу. Пак пришел на ром. Ладно. Но мид против троих, да? Двоих-троих. Жалко, конечно, жалко. Хорош. Крутанешься разок. Красава. Но я с молнией умру. Вот, умру. А я на меня тпшится, сейвит. Я вообще надеялся, что шторм мид пойдет. Шторм это вообще кормушка для меня была бы. Этого сейвит постоянно чел. Он фидит, но я умираю тоже. Я фармы не беру с мида вообще. Я по КД умираю. Это не мид. Это говно. Так, ладно, шаман, молодец, там работает, да, доту? Сейчас жду, сдохнешь, пойди отсюда. У него змеи есть, под змеями сдохнуть под этим. Я не пойду, я не дебил. Не хочу я. Не хочу. Да, крипа добил, сбивается. Найс, по кайфу. Мне нравится это. Крутись давай. Красава, бро. Да. Красавы, ребята. Пятером на меду. Что происходит у меня в лесу тем временем, когда 5 героев на меду? Когда 5 героев на меду у Хена? Что происходит на миду? Ой, на миду, в лесу. У чела на легионе. Где мой звук? У легиона в лесу что происходит? Вот здесь вот. Ничего не происходит, потому что срать этому легиону. Here.
Круто же, да? Я никогда дагер не куплю себе. Вот опять. Что он собирает? Купи пазы, дагер и убивай всех. Почему я должен потеть против девятерых на меду опять? А, опять вчерашний вечер, что ли, начинается? Ладно, пофиг. Выстоим. Красава, бро. Когда там уже томба пропадет? А это иллюзия, лол. А че ты на меня даешь, дядя? Неплохо, неплохо. Пацаны, лайк поставил. Новый видосик будет, да? Пятером хейтят, а потом проигрывают. Сверчочка вызвали? Там вата такая. О, тоже даггер купил. Да, только пару ошибочек, сразу даггер берешь, кайф. Но тут, я не знаю, БМ придется делать, наверное. БМ делать придется. Найс, встреча в лесу. Чуваки, сорян, нас напугав немножко. Как он станом не попал? Дядька. Серьезно? Он в Рошпит бежит, да? Прикинь. Он улетел так далеко. Вот здесь что ли на ХГ стоит? Да, Бахти, узнал. Красава. Байте, байте, байте. Мы нормально. Отлично, лучше всех. Under attack.
Я ж даггер есть, подкопай. Паза есть, можно поесть. Так, проверка на МХ сейчас. Тут если взорвется, будет круто. Не взрывай. А, он остался. Я его с этого жахну. Тут взорвется, не? Пойдет. Го на базу. Что, акс не крутится совсем у тебя? А, у меня бракованный акс. Бракованный. Я вообще аганим сделал бы. Аганим, догон, что-нибудь такое веселенькое. Beautiful. Там пассивного урона почти нету. Он же не будет ставить ульту. Ты что его убиваешь? Крутись просто, беги на него и все. Че, отдал просто так тавр, взял на джиггернауте парнишка. Влетел тупо. Ладно. Раз уж Том поставил, я пошел. Зимой погода отличная. Вот и зимой отличная. Паза, ну фейзы, фейсбутс. Так, вата, вата, да? Сейчас будем делать дыш, вот так вот. Бабах! Дай бабах сделаю. А ты посмотри на него. Ой. Пул хп просто. Ты ж чё, дядя? Ай-яй-яй. Ладно. Ай-яй-яй. А где Тини все это время делался? Куда он? О. О. Иллюзия, наверное. Ну да, по сотке дамажит. Это иллюзия. По сотке Горени не может дамажить. Ганимчик круто было бы сделать. Прям бах-бах-бах. Минус чел. БМ на рунах включаю. Ну, тут такая зона опасная. Может, и не прыгнет, подловлю. Не знаю, почему нет. Почему не попробовать? Опа! Давай-давай. Но тут я не уйду. Хотя, кто знает. Кто его знает? Нет. 5 героев сразу прыгнуло. Ладно, бывает. Нет, армор не плюсуется никак в Dota 2. Вообще дэмэджа не внес, зомби выхилил, все, 250 хп. Все, массово восполнил ИКГ. Нам СК нужен в таких драках, СК нету. Пятером там были, прикиньте, сюда бы СК ворвался, все подкопал. Просто минус 5.
него стан в, в двойку, прикинь. Стан в двойку, пацана. Is in peril. Я ж откуда знаю, ласт нет, может еще будет. Но драка говно сейчас была. Вообще непонятно. Ноль дэмэджа. Драка ноль дэмэджа называется. Тини фарм. Тини фармит. Крип стоит. Вот туда закинули, он так и стоит там. Не знаю, может просто пойти фармить. И не драться тоже. Пойду я фармить, короче. Все фармят. Я тоже пойду фармить. Джага пассивный. СК не умеет, он написал. Я тут на своем горбу не потяну всех. Надо фармить тогда. Я лучше выфармлю, если выфармлю, я все приобрету, что нужно. Буду выигрывать. Что, психанул, что ли? Арчи, серьезно? Ой, ну ладно. Просто дуэль, куда жесть. Хорошо, что пак там не смышленыш. Сейчас бы он просто эрку и эфку нажал бы, и все. Ну все, мы проигрывать начинаем. Просто начинаем проигрывать. Тини ничего не имел, уже 15 левел, уже меня перефармил даже. Учитесь играть. Круто. Джага слабый. Он боится всего. Всего боится. Вот тут постоянно так он... Он такой... Ой, ой, не трожь только. Вот, вот у него такое вот какое-то мышление игровое. Боится всего абсолютно. Это неправильно. Надо фармить радиенсы. Легион... Там легион тоже бояка вроде. Посмотрим. Я фармить буду. Радиенс сделаю. И буду пытаться выфармливать. А, не, не буду. Ладно. GG. Да какой вангуард, господи. Успокойся со своим вангуардом. Делай на своих ПТСах вангуард, сколько влезет. Я не буду ВГ делать принципиально. Принципиально ВГ не буду делать. Я буду фармить радиенсы. Буду выфармливать в сплит-пуши. Только нужно не умирать, как вот сейчас умер. Ну сбивай ему ТП. Вы его убиваете, если ты собьешь ТП. Сбей ТП. Че ты боишься? Да. Да. Я хз. А я опять сдох. Да что это за тайминги мусорные?
Ладно, все. Я наигрался эту катку. Джи-джи. Как зайти в игру? Follow пишешь? Follow. И все. Дай бан ему сразу. И все. Не, пусть не это, не пишет ничего. Пусть Азу идет, смотрит. В чем проблема? Конечно, да. Начинает кастовать, сбивают, все, проигрыш. Ты нету. Дай двойку мне. Дуэльку дай ему. Ах, не достал, ну жалко. Успеваю, интересно. Да, вроде успеваю. А как надо играть, когда у тебя команда АФК? Мне тоже АФК встать? Объясни, пожалуйста. Это 85-е, тут нужно драться. Я хочу драться. Я пытаюсь драться. У меня не получается драться соло. Вот и все. Мне нужно Радиенс, если я сделаю Радиенс, я потяну эту игру соло. Просто нужно Радиенс. Нужно фармить. Не умирать, фармить, что-то забирать с драки, все. Тогда может что-то и получится. Пока тиника нету, можно пофармить. Вижена нет, да, мы без вижена играть умеем. Нам нормально. Ты что, забей. Какой вижен? Я тебя умоляю. Для чего? Для чего тебе вижен? У нас МХшники все. Зачем покупать вижен, когда есть МХ? А, все почищено, да? Там хп-то у них нету, господи. Шаман с догоном. Серьезно. Ну это дает шанс. Лютый причем. Тини на топе с дубинкой. Я МХ. Зачем мне варды нужны, братан? Я с МХ играю. Надо тянуть эту игру. Я в лейте их выиграю.
Не говоря уже о Легионе и Юрнеру. Да закройся ты. Тут не тяжелая игра, просто нужно перетерпеть. И все. У нас еще запас по товарам очень большой. По золоту товаров. Просто нереальное количество золота. Варды бесплатным, когда тебя все равно бы и не ставили. Возможно. Возможно. Возможно, бы не ставили. Эй, ну почему ж так? СК сам себе ульт опять сбил, не кастует он. СК не кастует ульт, не умеет. Он чё-то в КД ушел, я кастанул. Ты серьезно? Так, ну Радиенс почти есть. Ты думаешь, если бы первую доту и вторую в одно время поиграл, остался бы во второй, да. Если бы я стримил и делал контент D2, я бы остался во второй. 100%. Часто дота. Потом мод минус SHOM. Но через шифты надо кастовать. Как бы. Как Легион там умирает. Дядя, ну ты чего? Дядя. Скоро через шифт не умеет играть просто. А, ну да. Да пофиг. Я что сделаю? Я, как обычно, виноват. Пацаны говорят. Блин, я без Радиенса остался. На 3 минуты. Эй, обида, да. Центрички возьмем от Тиника. Сто 50 секунд, это жестко долго. Может, успею что-нибудь другое выфармить к тому времени еще.
Да, D2 бы, D2 раскачивает быстро каналу, да. D1 не так быстро. Не знаю, откуда инфа у Расты, но он взял так спокойненько, ушел, вообще не парился. Так, ну 50 секунд, да? Хорошо. Сентрики надо ломать. Пойдет. Неплохо. Деф у нас хороший. Дефиться мы будем вечно. Пойдет. 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 Хилимся, живем. Делай второй канал по D2, не буду делать. Если делать, то только на этом канале. Сколько там дамаги. Да там я просто вообще уже ничего никак не пробиваю. Вот этот чел просто настолько жирный, что его хрен сольешь. Лего вообще ничего не делает. 4-11. С ним очень тяжело будет. Вода совсем не утоляет жажду. Давайте карту закроем. Есть подозрение, что они стрим снайпят. Пайпы худы. У нас тот же Гернаут, что парень на Леге. Два сапога пара. Тяжело с ними. А, у нас еще СК, который сказал, что он не умеет на этом играть героя. В этом проблема. БМ не нажимаю, да. Да, да. Я скажи, я еще игру сливаю. Так точно. Так точно. Он зажат, он. Чувачок. А, блин. Блин, с этим пробелом. Нажимаю пробел, не жмется ни хрена. Второй раз спринг назад сделал. На шаману с догоном проигрываем. У нас тут три игрока не играют. Минер просто не помогает мне никак. Он мне не поможет, потому что физически минер. Минер физически, вот тут все этим сказано. И три игрока, которые не умеют играть. И как быть на аксе? Что надо тарить? Этот лиса пылесосит. На тине. Не успел.
Что за блинкауты? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сейчас меня опять, наверное, толпой будут принимать. Но тут дримкойла не будет сейчас. Они тут впятером дефить будут. Спушить просто так не дадут. Тут, блин, на Легионе вообще соло игра. Никого тут не боюсь на Легионе. Вот смотрю их пик и просто вот... Жесть как... Просто глаза чешутся заплакать. Просто все вата. Тиник только один, из-за которого БКБ придется собрать, и все. Прыгнул, дуэльку дал, тиника нету. Любой герой умирает там. Так, ладно, хотя бы мы начали поджирать какие-то товары. 2000 сверху есть. Мы его не заберем. Пойдет. Лего там этот заколотил. На тинике чел. Легу на тинике вообще там заколотил, парень. А нет, да забирай ее нафиг. Так, низа у нас нету, да? Хорошо, что он сюда ТП дал, а не на другие лайны какие-то. 2800 хп. БМ в помойку. Нет, глиммер сначала в помойку, наверное. Хотя, БМ. Наверное, БМ в помойку. Рвала можно будет собрать. Тараска, молния. Тараска, молния. Будем пытаться вытаскивать. Тараска, молния, да? Томбу я слил, хорошо. Меня на дуэль взял. Ладно, уйду. Подожди. Что, знаешь, что тут трэп стоит? Нифига себе ты. Серьезно? Ля какой. Прикинь, он знал, что тут трэп стоит. Или у него гем. Ничего себе. Нет там, по-моему, гема. Нету гема. Не пошел туда, знал, как будто что там трэп. Прикинь. Сентри на минере разбивай. Ah.
Пойдет, дефимся. Да я не думаю, что там МХ, я тебя умоляю. Да ты что? Куда ты собрался? Agreed. Можно слот? Ник Дазель 906556. Дазель! Давай, Дазель. Next. Окей. Я выдам слот. Давай на next. Залетай. Дазель! Спасибо. Дазель. Дазель. Чел на шторме стрим снайпит, сразу видно. На шторме парень стрим снайпит. Так, Дазель. Забавный ник у тебя, Дазель. Привет, цацат не надо. Да вот не получается цацем по чуть. Тяжелая игра. Цацем. Цацат не надо, говоришь. А как по-другому-то, видишь? Сейчас еще какой-нибудь индивидуум зайдет, скажет, ты все у команды застилил, поэтому ты проигрываешь. Ну, типа, я вообще не удивлюсь. Типа, я тут из-за этого и проигрываю, что стилю все у команды. Найс, СК погиб. Красава, брат. Красава. What a foolish ploy. I bring darkness. You fail to amuse. What is your feeble request? Да что ж вы туда лезете, как, блин, на майонез на какой-то. Ну второй туда же идет и фидит. Ну что с вами? Все нормально. Их фри хг сейчас, пацаны, заходить будут. О, боги, ну что это такое? Ну вот, ну реально, как это выиграть? Объясните мне. Что с вами не так? Зачем вы туда идете? Первый пошел сдох, второй пошел сдох также. Вы нормальные вообще? Зачем вы в доту играете там? Если я просто в шоке нахрен. Я просто нахрен в шоке. Просто нахрен в шоке. Foolish ploy. I bring darkness.
foolish ploy. You failed. Our brethren's town is under attack. Pitiful. You failed to amuse me. Tremble before me. Pitiful. Don't waste my time. What a foolish ploy. Our brethren's town is under attack. You failed to amuse me. What trickery is this? To the slaughter. Holy shit. What a foolish ploy. Спасибо за просмотр, брат. Подпишись на канал и обязательно поставь лайк. Всем спасибо.